пишем на кассетную деку Sony TCKA6ES, стереофоническая, трехмоторная, трехголовочная. Кассетная дека высшего класса, последняя у Sony для международного рынка. Своя линейка была для японского рынка. Пишем на кассету TDK SAX. Новенькую, вчера распечатал. Дека после ремонта, восстановление всех характеристик, замена деталей нужных, ремонта капстана, детонация снижена в 4 раза. Очень сильно кривой тракт был весь. Головки, направляющие, ролики, все вот это вот. И сильно валил высокую частоту на 6 дБ, на 5 дБ, на десятке и еще больше дальше. Отремонтирован усилитель воспроизведения, налажены все схемы и полностью настроен по приборам аппарат. Теперь укладывается в свои паспортные данные с запасом. Частотка какая, скажу позже, а сейчас проверим качество записи. Играет источник красненький. We are the robots.
Это, на удивление, сложная композиция для кассетной деки. Здесь динамический диапазон хороший нужен. Здесь вообще все нужно хорошее. И частотная характеристика. Так вот, частотная характеристика сейчас. У этого Sony 6ES полностью соответствует паспортной. Она от 20 до 18 тысяч без спада и до 20 кГц, там минус 1, минус 2 дБ по минус 20. Это малосигнальная, так сказать, амплитудно-частотная характеристика. Она выправлена, она была кривовата, традиционно головки Sony не вытягивают схемы, которые рассчитаны под эталонный правильный усилитель воспроизведения. Головочки имеют сниженную отдачу по высоким частотам. Так было всегда. Данный аппарат не исключение. Спад у него традиционный. 5-6 дБ на высоких частотах по измерительной ленте. А сейчас он уложен в минус 2. Паспортные данные свои выше поднимать смысла нету, свербеть будет уже, полезут искажения, а искажения у него сейчас прекрасные, 0,6%, это очень немного, в 2,5 раза лучше, чем ГОСТ высшего класса для магнитофонов Советского Союза. Ну и для всех прочих 1,5% и меньше уже ничего не слышно на слух. А 0,6% тем более. Не всякие, даже на комичи, могут похвастаться таким высоким, хорошим значением по искажениям. Вот на этой ленте SAX они такие. Соответственно, можно до разумных пределов превышать номинальный уровень записи. Плюс 2, плюс 3, плюс 4 дБ, плюс 5. Ну и дальше на слух мы услышим искажения, полезут или нет. Кстати, можем проверить это в формате реального времени прямо сейчас. Thank you.
пока. Плюс 8 дБ мы довели, но надо понимать, что 0 дБ это здесь 250 нановыборов. А 200 здесь это между четверкой и значком Dolby. Поэтому реально здесь мы сделали больше, чем плюс 10 дБ от номинального уровня записи. От 0 плюс 8 дБ сделали. Искажений я не услышал, небольшое притупление на высоких частотах, ну и лента новая классная, и сам аппарат позволяет из-за низких искажений держать перегрузку. Ну, кстати, можем сравнить также по звучанию с LX3, с аппаратом, который двухголовочный. Произведем запись, сделанную на другом аппарате фирмы Nakamichi, кстати, за X9, и сравним звучание. Thank you.
достойно отработал аппарат, не ударил в грязь лицом. Конечно, с LX3 его сравнить сложно, хоть он и двухголовочный по звучанию. Но да, это все равно хорошее. После выправления амплитудно-частотной характеристики, настройки, полного ремонта и улучшения всех параметров до заводского значения с запасом. На этом на сегодня все. Берегите себя и своих близких. Всего вам доброго.